Так, я вот забежал в супермаркет и хочу купить свеклу в Южной Корее. Давайте посмотрим на цены. Так, вот такая свекла стоит, ну, где-то, наверное, $4. Так, посмотрим поменьше. Вот, где-то, наверное, около $3.80. Достаточно дорого. Так, вот эта маленькая свекла стоит, значит, $5.50. Сколько тут? 500, 4 грамма, полкилограмма. Очень дорого.